Всем привет, меня зовут Максим, компания прокатись.ру. Сегодня в нашем обзоре мы поговорим о консервации газонокосилки Honda на зимний период времени. Для чего мы все это делаем? Во-первых, для облегчения запуска двигателя после длительного зимнего хранения. И второе, самое важное, для увеличения срока службы техники. Что нам для этого потребуется? Первое, вода, чистая сухая тряпка, консистентная смазка, консервирующий спрей. Для начала проведем визуальный осмотр самой косилки, да, повреждения, сам нож. Очистим все внутренние, внешние части, внутренней, так называемую улитку от остатков травы, листвы, грязи. Протрем это насухо. Поливать из шланга либо под давлением не рекомендуется. Это может привести к повреждению косилки. Дальше. Манипуляции с топливом. Лучше всего на зимнее хранение полностью оставить косилку без топлива. Для этого мы делаем что? Полностью, максимально сливаем топливо с бака косилки. Далее перекрываем кран доступа от бака в карбюратор. Заводим косилку. Она у нас работает. Мы ждем, когда косилка сама заглохнет, полностью выработав себе топливо. Дальнейшие наши действия. Снимаем колпачок со свечи, откручиваем свечку, берем консервирующий спрей, либо масло. Масло это чайная ложка, вливаем ее в цилиндр, либо консервирующий спрей. Делаем 3 продолжительных пшика. Далее переходим к заводному механизму. 2 раза медленно подтягиваем заводной механизм, чтобы наше масло, либо консервирующий спрей, равномерно распределился по камере. И потом дальше тянем до конца, до момента, когда появится уже фиксирующий, мы не сможем потянуть дальше, закроется клапана, и это еще раз нас спасет от лишней коррозии. Ну и дальнейшее наш консервирующий спрей, и мы можем обработать все внешние детали косилки. Для хранения косилки лучше использовать комнатную температуру. Если это невозможно, то сухое проветриваемое помещение. Также хочу отметить, что все расходные материалы, фильтра, масла, смазки, все это есть у нас в продаже. Если у вас какие-то есть вопросы по выполнению техники или сомнения, вы сами не можете справиться, у нас есть сервисный центр, который с удовольствием всю эту работу выполнит. Сервисный набор для газонокосилки. У нас входит масло, свечка и воздушный фильтр. Все находится в одной компактной упаковке. Дальше. Консервирующий спрей. Он подходит как для внутренней обработки двигателя, так и внешней. И консистентная смазка. Но если сложно найти прям оригинальный, можно использовать литол. Весь этот товар вы можете заказать в нашем интернет-магазине прокатись.ру. Спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал прокатись.ру. Всего доброго!